В Оленёкском районе правоохранители остановили КАМАЗ, груженный 90 ящиками незаконного алкоголя. Вера Ларионова подробнее. На днях сотрудники полиции и госавтоинспекции Оленёкского района на переправе реки Оленёк остановили автомашину КАМАЗ. В ходе осмотра большим грузом машины инспекторы обнаружили коробки с алкогольной продукцией. Проверки транспортных средств на ледовой переправе Оленёк-Хайрайлах было остановлено данное транспортное средство КАМАЗ, при досмотре которого было обнаружено, значит, в кузове автомашины около 90 ящиков виноводочных изделий. При проверке, значит, водителя данного транспортного средства, правоустанавливающих документов, да, соответствующих для перевозки такого вида продукции, предоставлено не было. Кроме этого, было обнаружено около 1000 патронов, 4 коробки с патронами. Выявлено, что водитель данного транспортного средства ранее, в феврале прошедшего года, был лишен права управления транспортными средствами за злоупотребление спиртными напитками. Поэтому он был также привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством без документов. Начиная с этого года сотрудники полиции, госавтоинспекции часто выходят на такие рейды и проверки. В январе этого года в совместном рейде с инспекторами охраны природы были задержаны 3 автомашины КАМАЗ, груженные несколькими сотнями килограммов осетра, нельмы и чира. В ходе проверки этих автомашин нами задержано, значит, изъято около 15 тонн 372 килограмма водно-биоресурсов. Вера Ларионова, Сандалам Мосов, НВК Саха, Оленёк.